лобби для друзей написано. А, нет, живой. Блять, такой он жирный, пиздец, вы бы видели. Ёбаный в рот, он скоро меня перебьет. Выпускай его полетать. Куда, блять, выпустить? Я его, блять, выпущу, он летит в море и сдохнет. Будет лететь долго, не найдет, куда приземлиться и вальчик упадет. Так, пульк, и все, нахуй. Не отпускай, блять, смыло. Окна позакрывайся и все. Камнем к одному. И срет он еще каждые 10 минут 15, ага, вот это вот, блять, потом мне носками тут вытирать ходить. Ёбаный скай, блядь. Ёбаная птица. Ну я не хотел птицу, но ну хуя мне дали. Ну выпускай его в ванне где-нибудь. Кстати, нет, он здесь умрет, блядь. Здесь же ни свет, ни... Не, даже если свет оставлю, все равно, мне кажется, депрессон какой-то. Ебать, все вокруг белое, каменное. Так, Максим, господи, Никит, мы тебя ждем? Начинайте, потому что я буду есть шавуху. Но это чисто, это на одну главу, короче, я думаю. Я тоже я очень, покачу. Очень. Покачивочек. Суебя. Лёша, заразу возьми. Да я первый беру. Я думал, ты уже ушел. Так, скажите, а после дефрагментации обязательно перезапускать комп? Ну, желательно. Желательно. Окей. У тебя же SSD там? Ну, у меня, да хуй его знает, наверное. Я уже не знаю, я запутался. У меня было два компьютера в жизни, но я уже в них запутался. Поэтому... Ну, не два, чуть побольше. Никита, вы там в частном доме живете, да? Нет, мы живем просто в доме. House, ну, да. В смысле частный, типа. Нет, это обычный дом. Обычный хрущевка. Дом многоквартирный. Ну, типа хрущевки, да, только... Ну, он похож, на самом деле, он похож на... Я не знаю, он не похож ни на один из наших, но типа хрущевки, да. Ну, то короче, есть это не старая постройка. Многоквартирный. Да, многоквартирный. Типа пятиэтажки, как в Сан-Андреасе. Да, вот, красиво. Такие, как монолитные, как будто без швов, без всего. Yes. И такие же квадратные, в смысле пиксельные, да? Ну, почти, но я пишу потом. Да нет, дома вообще, ну типа прям хрущевка. Ну они такие блочные, цельные. Ага, а Никита OG лок. Да. Ну и, блядь, по размерам уже точно. Ебучий свин уже. Хотя мне все сегодня написали, что я похудел. Я говорю, это вы, блядь, как поняли? По ногам. Я говорю, блядь, у меня ноги уже, блядь, они в минус ушли давно, потому что я ничего не делаю. Мне больно.